Третий этап успешных отработок. Теперь уже жертва в доспехе, она немножечко перемещается, но при этом держит выставленный нож, стойка, все положено. И задача атакующего, помимо того, чтобы хорошо засадить в пузо, еще и убрать руку. Вот, получается уже вот почти как комбинация. Показываем. Вот такую вот дудку нашли. Все. Добавлю только, что как бы пассивный участник, он руку не просто держит, а держит с усилием, чтобы убрать ее было не так легко. И то, что степень его мобильности тоже произвольно. Хочет, более-менее стоит на месте, хочет, скачет как сайгак. Сейчас это не было в полную скорость, именно потому что именно это упражнение делаем первый раз. Ну, недавно сделали. Самооценка.